В Магаданскую область доставлена 1000 доз вакцин «Спутник Лайт». Большая часть передана Магаданской городской поликлинике. Данный препарат однокомпонентный, то есть вводить его нужно всего один раз. Эффективность этой вакцины составляет почти 80%, а предыдущих версий более 90%. Использовать «Спутник Лайт» будут как для ревакцинации, так и для пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. Прививку не ставят людям младше 18 лет, беременным и кормящим матерям, а также заболевшим с температурой выше 40 градусов. Чтобы узнать, есть ли непереносимость вакцин, следует посмотреть свою детскую медицинскую карту. Если не было отвода от прививок в детстве, то анафилактического шока и отека квинки не должно быть. Спутник Лайт снижает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, но полностью не исключает его. Препарат действует примерно 4 месяца, поэтому по истечению данного срока следует сделать анализ на антитела и привиться снова спутником V. Самостоятельно выбрать марку препарата для вакцинации нельзя. Это будет делать врач, проводящий осмотр пациентов перед иммунизацией.